редис и рубин высевают в почву в апреле, когда грунт прогреется до 10 градусов. Сорт устойчив перед легкими заморозками. Место для рассады редис и рубин выбирают хорошо освещенное с не слишком тяжелой почвой. Урожай собирают через от 21 до 23 день после появления первых всходов. Корнеплоды округло-овальной формы, массой до 28 граммов, с 1 квадратного метра можно собрать до 2,3 килограмма урожая. Мякоть белая или бело-розовая, плотная и сочная. Корнеплоды имеют остро-сладкий вкус. К достоинствам сорта семян редиса рубина относят его высокие вкусовые и товарные качества, неприхотливость в уходе. Редис рубин – это травянистые. Редис рубин имеет ранее спелый срок созревания. Плоды имеют массу от 18 до 20 грамм. Форма у плода округло-плоская, слабо-округло-овальная. Цвет плода темно-красный. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Годом создания растения считается 1976. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.